В очередной четвертой серии сериала «Шеф. Возвращение» под названием «Заказ» вы узнаете о том, как Лёше Сарухану, в отдел которого определён Васьков, не нравится поведение нового опера, наглого и безбашенного. Видео с его дракой на парковке оказывается в Зарецкой. Она требует у Расторгуева объяснений. Расторгуев сообщает, что на неё готовится покушение. Местная ФСБ готовит ловушку для Ронина, а Зарецкую отправляет в Питер. По дороге та останавливается в любимом кафе, возле которого Ронин ставит взрывчатку на её автомобиль. Его задерживает ФСБ, но оказывается, что никакой взрывчатки нет, как и нет оружия. По дороге в отдел Ронин сбегает. Зарецкая просит Расторгуева встречи на набережной, на которой рассказывает, что собирала компромат на одного очень важного человека. Расторгуев с Коплевичем разыскивают машину киллера, убившего полицейских и кольщика в Питере. Васьков Сарухановым пытаются выяснить, где и у кого Зарецкая, принимавшая последний год наркотики, доставляла их в Ветрове.